всего в 3 километрах от усадьбы Елисеева находится Гуамское ущелье. Сюда мы приехали на машине, парковка есть бесплатная, охраняемая. И пешочком идем вон туда. Какая девочка. Ой, без ножки. Рублей стоит наш билет, 1200 на двоих. Вот на таком поезде мы сейчас поедем кататься в Гуамское ущелье. Так, 30 минут на тепловозе, и мы остановились Джоу Гуамского на первой остановке. Мы решили пойти прямо, посмотреть сухую балку. Так, мы уже гуляем полчаса, нафотографировались, наснимали видео, дошли до памятника. Тут дорога еще продолжается прямо. Но... Майские три, да, дошли до сюда. Там дальше дорога в лес. На этом наше путешествие по Гуамскому ущелью, наверное, заканчивается. И мы пойдем кушать. Заселяться, кушать. Да, кушать и заселяться в отель. Все, вот мы подходим к нашему пункту отправления. Примерно час мы гуляли, нам вполне этого хватило. Очень красивая природа, погода классная. Поэтому мы в восторге посещения Гуамского ущелья.